Приветствую всех на моем канале. Распаковочка очередная. Что здесь? Умный пауэрбанк. Фирма Томо. Пластиковый корпус. В комплекте шнур для зарядки. И какая-то инструкция еще тут. Один листочек. Инструкция, как его открывать. Так, дисплей у нас здесь. Открывается вот сюда. Ага. Довольно-таки добротно сделано. Два деления показывает. И это что там? Зачем ты выключился? Показывает аккумуляторы по отдельности, насколько они заряжены. 5 вольт 1 ампер, 5 вольт 2 ампера. Так, надо просто держать. Тогда он включается. Угу. Аккумулятор разряжен на 60%. Сейчас попробуем подключить телефон. Сам включается, показывает 0,83 ампера. Удобно. 0,83 ампера. Так, если мы подключим вот сюда, 0,84 ампера. Второй порт. Интересно, как их посмотреть? Ага, подсветка включается. Прикольный цвет такой, серый. В принципе, блин, замечательная штука. Очень даже. Вообще классная. Это стоит, конечно, не копейки, но очень удобно. Так, а если мы возьмем вместо телефона, подключим винчестер внешний. Винчестер не может стартануть. Так, 1 ампер. В этом порту он не может стартануть. Стучит головками. Здесь. Ну, здесь стартанул. До 1 ампера. Скакивает. Да, надо что-нибудь посерьезней. Нет у меня ничего такого, что потребляет токи большие, ни планшета, ничего. Зарядку подключать. Есть у меня переходник USB, и там на конце отрезаны провода. Но, сами понимаете, если я подключу зарядку
сюда, к выходу, то вот это вот напряжение практически холостого хода блока питания пойдет на вход 5 вольт, то есть на выход, и выпалит здесь все. Поэтому я что-нибудь другое подумаю, уже буду, наверное, когда придут все пауэрбанки, я их заказал несколько штук на пробу, все протестирую, я уже отдельно чем-нибудь их протестирую. Зарядным устройством сейчас на скорую руку тестировать не буду. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Кому понравилось, кому не понравилось, комментируйте. Добавляйте видео себе. Всем удачи, до новых видео, всем пока.